Дай мне силу разбить эти окна. А на что он меч ему сломал, как будто мы ему это время по мечу били. Аня, твоя кошка, если телек уронит, нахуй, я ее заживо сожгу. Чё сделать? Чё будет интересно, если бы мы все рез отменили дружно? Ну, я ещё говорю, на вон провода там что-то трогает. Надо будет попробовать. Да долго бы он крутился так. Ну, это уже другая история. А типа пока сам себя не ёбнул бы? Да, вах, тут начисляли. Чё будет в этой жизни, теренаска нет нахуй? Да сейчас две выпадет. Ага, она уже 1000 лет не падала, блядь, заебала. Че там, для теренаски? Пошел. Я же говорил. Старый, я на твоем месте обе забрала. Старик, ты там сейчас от радости не напейся, пожалуйста. Помним, да, кто предсказал? Еще лут не открылся, Войт сказал, две выпадет. Хорош, да? Так Женек сегодня. Я Женьку написал, что две теренаски. Да он сам. Старый, обе забирай. Да, буду с двумя ходить. А чё я теперь ему в обмен буду кидать? Старый, сделай энховский билд и возьми две теренаски. На ОФ паролю, на ФДК танк, как бы. ФДК танк. ЛПшкой буду сильнее бить. Тварь выпала наконец-то. Вообще изи. Чувствую, старый сегодня забухает. Старого ближайшие 3 недели не ждать, да? То нет, нет, то тут две, старик, на, забирай просто. Да лечь такой, лечь такой уже. Вага, начисли, ты меня короче, заебал. Старому, да тихо вы, старому 1406 и грин персику также. Ебать, да ну нахуй. Сумки у меня катушка уже есть старая, у тебя катушка кому есть? Осколок? У меня не катушка, у меня же это. Так. Япончик. У тебя ЗС, а там это, блядь? У меня щит же. Так, 48 скриншотов делаю. Роль с ним победим. Блядь, вот я точно забухаю. Кто там Мозер выиграл? Сейчас погодь, да, Мозер 98. Да, вроде больше нет. После Мозера кто? Мозер, у тебя на этом, на ханте есть? Конечно, есть. На все... У нас уже, по-моему, у всех на мейнах. Так давай второму отдадим. И чем? На двух персах, на твине. А какая разница? У меня тоже на двух персах есть, на трех персах есть. Я давай, выиграл, давай, чё, ну, вкусе. Не, я просто мяки бы отдал. Ну, я вижу, что он второй. Сука, ещё один. Да убьёт ещё, чё? Ладно, и ещё один. Старый скрин. Себе, эту, распечатай их и на всю комнату расклей. Я себе в кабинете на работе вот этот скриншот распечатал, ебану нахуй. На рабочий стол. Ну? Футболку со скриншотом. Хуя, у меня в кабинете... И знаешь это? Вот нет, там, где аватарка кабинете, персонажа. У меня просто в кабинете Путин, министр обороны, ну и там наш начальник главка, а снизу еще... Стой, 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 а пианиста разве нет? Где-то рядом. Да вы не... Он что-то говорил, поменяет этот составчик.
Так, нет, я видел шутку, что да. Портрет пианиста там должен висеть. Это типа шутка юмора, которую никто не оценил. Да, кстати. Старый, ты себе знаешь, вот там, где аватарка персонажа показана, ты туда тоже теренаску поставь. И на форуме вместо аватарки тоже. Кого там фонит? Старый, иди теренаску забивай. Настя, наверное, была, да? А что, есть время? Пока да, я фоню стабильно. Будет сейчас кто-то. Будет сейчас кто-то это рейд менять там, да? Леха хотел менять. Он сказал на Джайну будет другой состав и куда-то потерялся. Он зайдет, да? Ну, он сказал, будет менять. Блин, персики старые, можете пока идти теренаски забивать. Я тебя услышал, Мишань, я сейчас портанусь сделаю. Дайте пор. Можно чай, да, налить пока быстренько. Есть время, да. Старый вагон. А вот. Я когда свою теренаску покупал, я туда уже заранее сокеты. Да я не надеюсь на это чудо. Сколько можно его убивать и ни одной теренаски? Сука, ну Женьку, ты написал, да, что две теренаски убил? Конечно. Надо было еще скрин сделать, кстати. Скинем его в этот Дискорд. У меня их миллион, ну. Ты сейчас в курсе такой попадаешь, мы в Пугарейде с Женьком сразу ему в обмен. Жаль, там нельзя сразу две кидать, да? Да. А могла быть его, да, теренаска вторая? Она, понимаете, она вот даже сидит на мне хорошо, понимаете? Вот, ну, блядь, прям. Аре, ты в теле был, что ли? Тебя, блядь, просто в рекаунте не видно. Очарить на что? Теренаску. На броню. Там мангуст есть. Старый отличный выбор. Пошли, Стёбы. Можно еще палача зачарить, но это так, на любителя. Недорого чарю на теренаску берсерка. Кстати, а вот эта черная магия тут апнута чарка, она больше хосты дает. Там должна вторая падать с хиджала. Тогда, наверное, будет смысл. А так, наверное, нет все-таки. Тогда это ЛКшная, да, стандартная получается? Да, по-моему, стандартный. Ну да, я на маге, помню, первое время бегал. Кстати, с чаркой. Поставил себе символ на удар Воина Света? Блять, я поменял на правосудие, убрал. Миш, ты тут? Миша. Я тут подумал, может, давай твое цветение продадим? Ну, типа, у Уэса больше... Я зайду на твой аккаунт и удалю мага с шаманом. Потом ты будешь выбирать, кого ты хочешь разбанить, вернуть за бесплатный возврат. Зараз. Не, у меня так клиент в сети. Меньше, чем правосудие. Скажите так, как рейд перетусует. Чем правосудие. У ВС-а ты больше дал, чем правосудие, по-любому. Есть смысл его лучше апнуть. Простя, можно зайти в Фарада в этом стрим. А что там, одноручка 63 разве СПД самое большое, не 69? 94. Посмотри на своей, у тебя же такая же пуха. Да я что, про чарку или про что?
Про чарку, но я что-то ее в банк убрал, а что-то на аукционе нету чарки. 94. Ну, хочешь, я на шамана зайду, тебе сделаю? Хочу, конечно, я вам давай. Я могу в креста тебе сделать, у меня эриги есть. А, ну давай. Я сейчас портанусь. Давай, я в этом, в Долоране, я денежку заплачу. Да, успели. Я тогда поеду. Для ХЗ, типа, меньше скиллы бить стали. Натуру отдашь. Только у тебя экзорциз максимум ударил, сколько? А раньше бил сколько? А у меня сколько бьет? Настя, ты портанулась или что? Или я туда прилечу? Да иду, я иду, а, старичок. Вон она, ты, иду. В банк сначала за регами. Сейчас да вижу, вижу. Ну, а был 36, блядь. Линканите чарку на это, на теледок. Как я мог, блядь, я поменял агильный шмот на силовой. А ты Атошка чарится, нет? Нет. Так, блядь, агила, блядь, не дает. Зэ, вот тоже так думаю, что надо обратно. Да типа я всего 4 крита потерял, типа поменяв агильный шмот. А чё мы ждём? Кому там ещё пуху зачарить? Вообще мы ждём Лёху. Реги есть? А чё, он же в Дискорде? У меня только чародейный... Ну я его зову, он что-то не отвлекается. Он сказал, что на Джайну поменяет чуть-чуть. Вот он просто гильдии. Я сам себе зачарю, в принципе. Пати ему дайте. А где он? Гиль в чате. Старик, ты как первый раз? На сову давай пати. А, да я тебя ищу, блин, и это не могу найти. Он же плюсик написал в гильдию, ну. Да у меня от счастья глаза заплыли слезами, чего не вижу ничего. Да, ассиста. А не я, РЛ, этот, Фарада, да, ассиста? Да. Ты на ДК пойдешь, Карина, или нет? Тут Рога хочет бирать. Меч. Что ты хочешь? Два фаст ДК? Все, кого посадил восьмую группу на замену? То кого в рейд сманить? Нужен Джейн? Смотри, по рейду только что рассказали. А Локи? Или там президент есть на фитиш? Ладно, потом попозже разберемся. Броня то же самое. Слышь, Лёх, там Толдоран просит на Джейн. На толку, если он даже сопрот не может рейди выпить.
Распределяли уже людей или нет? Нет, еще тебя ждали. Окей. Так, старик. Уманите меня, меня сумонят. Будешь здесь, расставишь меня. А, когда долечу, хорошо. Так, дальше. А тут уже. Япончик, ты сегодня после РТ пойдешь за Ломан собирать? Вполне себе, может быть. Мне тогда человека тебе сейчас отправить? Или ты передумаешь? Давай после рейда. Подождите, а как мы сейчас до медведя танчить будем? Нечего водить, что ли? Да. Да и я же медленно вожу. Будешь ускоряться. Так, короче, по поводу меток. По хилам. Нямка, печенька, ой, нямка луны. Простя, печенька. Денчик, звездочка, пока тут Настя, ромбик. Дальше по танку. Вот, звездочку страхую. Луцинь. Печеньку, Карина, страхуй, ромбик. Дальше по мили-зоне. Фарада, ромбик, Вага, луна, Враска, звездочка, медведь, так, еще рога, печенька. Дальше РДД зона, поехали. Китос, луна, Проня, ромбик, медведойш, звездочка, Энжи, печенька, Римперсик, ромбик, Локи, луна. Дальше Мозер, печенька, япончик, луна, резист, звездочка, мята, луна, Кирс, ромбик. Вроде всех распределил. Ты меня забыл. А, ты, это ты в печеньке. Даю проверку. Мозер, нямка, заходи. Про шторм япончик поносишь. Ладно. На второй фазе, напоминаю, выносим подальше дебафа, первый нюанс. Метеоры бегают, закрывают все, второй нюанс. С диким пламенем в метеор не бегите, третий нюанс. Ласт фаза. До хера РДД, так что надеюсь, бурстанем, типа нормально будет до первого купола. Танется только, блять, больше половины выжить на куполе. Ну, не больше, 23 человека выживают на куполе, спокойно добиваем. По поводу лучей. Вроде как лучи исправили, они сейчас точно в танках должны идти. Так что не знаю. Смотри, вот ты на третьей фазе на боссе. На второй фазе троем будете по очереди забирать друг с друга, хилы прохиливать. Войда в приоритете, Денчик прохиливаешь. Просто, если что, Луциня. А Карину пока тут плюс... Даю проверку еще раз. Нямка, Лава. Нямка готов? Да, я готов. Все, все готовы, Фарада. Сразу макросы напишите на кнопку нажать, блядь, между перефазами. Между фазами на перефазе. О, скиньте макрос. А уже говорили, кто где будет стоять? А то я только сейчас спрошу в Дискорд. Ты стоишь в луне.
Луна еще раз? Да, луна. Макрос на купол, скиньте его в уделку. Чит света, Лёш, да? Лёш, там хороший вопрос Луки задал. Вроде фиксили, теперь луч идет только в танка. Правда ли это? Точно ли пофиксили? Можно ли Луки юзать своих интерналов у блюдски? А мне финду. Вообще ни понятия не понимаю, не знаю. Настя, никто не знает. Проверять будем? Не. Я тебе учейных залью. Как называется? Щит света? Да. Да. Чем быстрее сливается страж, тем меньше урона по рейду. Надеюсь, на всех сопротив. Я этот войд, если что, там помогаю ему ценю порошоком, если будут скрывать. Пончик на тебя шторм первый фаг. Я А вы мне отдадите сокрушителя? Шторм, разбежались. Тебе не надо разбиваться, иди. Да, врозь, смотрите. Он же бежать сверху. Иди только в сторону, пускай по ветру. Все, иди собирай. Все, иди закрой. Да-да. Блин, Карин, ты не того не сказал. Шторм разбежались. Эти мозеры, мозер, что с тобой? Че так, блядь, прошиваю? Заберете этого или нет, Рима? В смысле, я вожу уже. Его уже куда-то почти убили зачем-то. Так ты другого взяла. До него 70% было еще. Ты берешь того, который, блядь, меньше хп. Его сейчас один, не бейте только его. Там только один был. В сторону отведи. Блять, ты первый раз что ли тут? Борис. Там был только один сокрушитель, и у него было 70% хп. Подожди. Да, не веди ты. Встань в стороне, блять, и стой с ней. Третий. Все, стопнули, а уешку подходи, выбирай стоп. Подойди, забирай стоп. Сбежали, шторм. Все, а меня еще пишет. Вот. Секунду. И падай. Похиливайте.
Сбежались. Сейчас залейте, перебежите на другую сторону. Все, перебежали на другую. Тут большого хоть заберешь. Так этого забирать или нет, ты что ждать? Ну, он появился. Секунд шторм разбежались. Привет, заберите с Денчика. Милики потанчите с Денчиком. Сбежались по дорогам и залили хорошо. РДД большого. Вы чё так долго бьёте? Мелкий трэш. Сбежали шторм. Бежались, но трэш добивайте, дохуя его. Быстро слили ауешки. Ушел РДД. Ушел РДД. Быстрее, блядь, слить. Пример. Двое, двое осталось. Готовьтесь кнопку нажать. Нажали. Лучи. Метки на вас вешают, ДБ. Теоры закрыли. Слева. И кто спросил? Спросил. Че? Метки. Выбежали. Персик, Денчик. Залип. Метеоров. Все метеоров пройдут босс. Блин. Верите? Да. Дашь свой дыр. Только после коллапса. Дашь ты 4. Куда ты, блядь, встаешь? Денчик, где баба?
А тут... А тут... Вот сын Денчик. Верки. Чуары закрыли. Да? Ладно. Спасибо. Чем? Чуары закрыть. По два. Хотел резинку дальше. Лучи. Чуары закрыли каждого за своего. 4% активнее по боссу. Случаи будут. Лучи. Денчик, тебе иногда нужен? Крестик, смещаемся. Да, Карина, дай ему свой, пусть будет. Я остальные хранители. Могу дать. Бафы дадите на разик. Смотрим за костами. Все, ХП пошло. Тогда чуть-чуть. Видите, закупка. Море. ХП из 30. Танка, зачем ты перехватываешь, который я закрываю? Видите. Боли. Луч. Луч. Сын, там делаешь метод. Быстро метки, все свечутся, нет. Дайте Яру сейчас. Еще луч. Сколько там до купола? 32 секунды. Скажешь, за 10 будем. Начисто. Скорее останься. Кто там ловит? 10 секунд купол. 5. 5 секунд. Стали это. Пытаемся купола буря. Упал. Раска назад. Аккуратно, фер только не ловим. Ману порезайте там. Да, как я поймал.
обычно бегаете. Шипы оббегал. Все, на позиционку становимся. Я по тебе, а ты по этому. Был раз. Так. Лужи ману резать. Метки. Косты вбивайте тут. Метки сейчас быстро разбить. Просто мгновенно разбивает. Все в метке. Разбиваем. Точно поставили, да, ему сэр? Натиск. Натиск, натиск, натиск. Осторожно, только не словите. Проверь. Батмак, проверь. Мяку просил. Не ловите луч. Натиск. Дай им на хп. Метки. Быстро разбиваем метки. Косты позбивайте. У меня дальняя метка, я косты сбивал. Бейте, пожалуйста. Дайте сейвы, если есть какие гимны на хп, еще что. Нет, дохуя этих пьер падает. Вот. Гимны хп еще пишу. Рейндж между собой наберите, чай набейте. Натиск. Кто там, блядь, натиск ловит? Ох, босса добивайте. 1%. Отлично. Изи. Ну и чё, как вы, Фрости? Нормально. Вот тут терпимо, прям даже заебись. Я пистон отделал, он против магии, тут вообще похуй. Че, лужа ману резвит хоть? Конечно. Вообще заебись. Она еще резист дает. Нормальный такой. Mm-hmm. Который стакается. А, ну это вообще топ. Бля, заебись. Хороший рейд. Миш, ты вообще смотрел, что ли? Начинай со второй фазы, смотри. Вот не надо мне тут, они там первую фазу всю туннелили. Этот. Никто не трогал. Дом Мозарт добил. Кому надо этот? Осколок. Ну, еб. Не знаю даже. Кого-то вообще есть, кому он еще остал? Я еще только душу делаю. Это. Дай лучера по. Кого, блин, это? У кого есть квест хотя бы? Я души делаю. Дальше гримперсику этого. Лутера заберешь, Саш. У него такая душа.
Открывай. Да, открывай. Ой, голова. Книга адмирала. Блять, адмирал просил меня за него зайти на сундук. У меня книга есть. Все, там портал кончил. Все, кроме Ванда. Там дашь, короче. Все, кроме цветения. Старику. Да, тебе он не надо. Дашь старику, потом вчера старик разрулит. Это все рот, да, Леха? Ну да, все, все рейды закрыты. Это самое. Не, ну мало. ДВшный состав. Не хотите ли вы пойти ЦЛК 25 ОП? Ты смотри, я хочу, но я осколки брать буду. Леха, поэтому, наверное, Леха, что скажешь по этому поводу? У меня точно нет. Не, ты про осколки скажи, и будет ли ИП, если соберется гирейд, ссылка 25 ок. Если гильдейский рейд собирает осколки, кто и собирает осколки? Это вы гильдейский. Я пошел. Соберешь. Старик, разраливаешь, мол. Так ко мне не дают лутера, что я разрываю? Долго ждать? Грин перчик. Фарада, ты Фарада, долго да. перекидывать на старика будешь? Чё, Лёх, по осколкам говоришь, там кто-то в очереди будет обычки собирать, да? Мне без разницы. Соберётесь. Если гильдейский, тупо гильдейский рейд соберётся, окей, дам ЕПшку без проблем. А если по нет, то, блядь... Просто так тут он... Костя хочет собирать, у него без КД прист. Блять, собирайтесь, кто выролил, тот и этот, пускай собирает. Типа по роли я... можно, да? Я тоже пособирал. Да мне без разницы. Блин, Войт, не понимаешь, если ты собираешь не гильдейский рейд, то там решаешь ты. Япончик, тебе что нужно? Вот что я говорю. На спек, но у меня хуже, но если очень сильно нужно, могу. Да, ладно, пофиг. Сейчас соберем, желающие остаемся. Это ваш шанс там на продажу. Куда? Поискать там. Куда ты собираешь? Целка 25 оп, я же говорю. Че, ты просто идешь? Ну да. Если все, короче. Покупатели есть? Сейчас будет все. Если короче. Кто там, Кирс говорил, будет собирать, да? Ну, я могу вот отдельно собрать, мне все равно. А, ну смотри. Или вы можете... То есть я как бы, я чисто на осколки буду забирать. Ну ты, вы понимаете, что в обычке их падает 1-2 штуки. Основное ты в гере все равно заберешь. Вы можете пойти вдвоем паролить по осколку там. 1-2 штуки, это лучше, чем 0. Ну, я и говорю, можете пойти паролить. Я сотку выкинул, чё? Чтоб никому обидно не было. Или просто пойдет, а ты другим персом каким-то. Вот, вот идти, как ты говоришь, это вообще смысла нет. Как, я говорю. Там либо кто-то один собирает, либо, блядь, ну как хотите. Если Кирс, ну, не хочет пойти, то пойдет другой. Я думаю, тут он не расстроится, что с обычки два осколка не получит. Он же в гере собирает, получит. Вон, мы ж тогда ходили, вот где когда и я... Сейчас собирал, собирает япончик. Два осколка упало всего. Ну вот, тем более. Типа, если их еще на два поделить, ну это вообще такой бред. Вага, все, я разролю. А ЕП дают? О, да. Сейчас вага, да. Уже дали. Целка обычку стоит в рейде. Дашь там, Рева.